Кстати, эксперты посчитали, сколько люди бесцельно тратят воды в сутки. И вот что получилось. В день один человек использует для мытья рук 8 литров, на чистку зубов 6-8 литров, не закрывая кран. На споласкивание унитаза уходит 15 литров воды, а на прием душа 15-20 литров в минуту. На стирку мы тратим до 150 литров за один раз, а вот когда моем овощи и фрукты под проточной водой из водопроводного крана, ежеминутно вытекает 15 литров. Из капающего крана утекает 24 литра в сутки, а протекающий унитаз – это почти 72 тысячи напрасно потраченных литров. Так что делайте выводы. Поэтому эксперты рекомендуют при чистке зубов использовать стакан, а не делать этого под струей воды. Так потратится всего 200 мл, а когда вы решите помыть овощи, набрать воду в миску. Краны и унитазы надо вовремя ремонтировать, а устанавливать в квартирах, оказывается, лучше рычаговые смесители. Они быстрее смешивают воду, чем смесители с двумя кранами. А значит, при подборе оптимальной температуры воды впустую уходит меньше.